меня не включен микрофон. Вы знаете, у меня вообще-то уже есть работа, и очень даже забавная во дворце. А принцессе нашей, конечно, это не годится. Вообще, она грустит, ее нужно развеселить. Что такого веселого в вашем предложении? А, ну, во-первых, у нас зарплата, обхохочешься. А во-вторых, у нас перспективы, не соскучишься. Так что? А, вы знаете, миссис Хелен, хедхантер. Окей, вы знаете что? У нас, наверное, скоро освободится позиция, где же он, палача. А? Да, он мне на работу не приходит. Вот тогда мы вам позвоним, ну или имейл пришлем. Хорошо, ну что же можно сказать? Вот моя карточка. О, спасибо, конечно, вам очень будьте нужна. Будьте здоровы, если спасибо, что позвоните, вам нужна. Большое вам спасибо.